Петров, скотина больная, правдолюбец долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутир. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать всех последствий сбоя. Тогда нехрен было его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Крас, то есть никто не может загнать человека в коллектив силой? Петров ошибался? Не совсем. То есть как это не совсем? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота. Робот идентифицирует вас как человека, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Он понимает, что я вне коллектива и докладывает об этом остальным. И все остальные начинают меня гнобить, так что? В общих чертах, да. Но я же могу надеть мысль, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? В общих чертах, да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? Точности утверждать не могу. Может, это вопрос личного комфорта. Прибор мысли после каждого надевания придется настраивать заново. Кольцо же просто снял и надел. Никаких проблем. Это как-то слишком просто. Крас, не секрет, что США постоянно вводят санкции против наших гражданских роботов. Зачем они так поступают? Подозревают что-то? Разумеется. Определенные опасения у американских спецслужб имеются. На то они и спецслужбы. Испытывать опасения по вопросам безопасности своей страны – это их работа. Но ведь у них нет никаких конкретных доказательств. Значит, и оснований тоже нет. Совершенно верно. Именно потому предатель Петров и устроил этот сбой. Хотел показать всему миру, что у наших мирных роботов есть боевой режим. Это уже понятно. Но в США этого не знают. Зачем им санкции? Посредством введения санкций правительство США лавирует между интересами крупных капиталистов и быстро возрастающим недовольством рабочего класса. Ты имеешь в виду, что простые американские рабочие требуют запретить наших роботов, потому что те вытесняют их с заводов и фабрик. А капиталисты, наоборот, хотят получить побольше бесплатных роботов, чтобы полностью избавиться от рабочих. Совершенно верно. Правительство США испытывает сильное давление с обеих сторон. Поэтому санкции не делают категоричными и не запрещают роботов раз и навсегда. Они лишь ограничивают квоты на их ввоз и тому подобное. А Советскому Союзу разве не наплевать? Ну и пусть американцы вводят свои санкции, нам-то что? Они же сами себе мешают избавляться от рабочего класса. Нам же лучше. Мы же за трудовой народ. Чем больше ограничений на ввоз и эксплуатацию роботов, тем меньше наших роботов будет находиться в ключевых государствообразующих узлах США на момент запуска коллектива 2.0. То есть советское правительство заинтересовано в том, чтобы в момент запуска боевого режима наших гражданских роботов в США было как можно больше? Так и захват США пройдет быстрее и надежнее. Логично, что сказать. Все нормально. Не суетись. Сверху знают, что делают. Диман, я тут недели не проработал, а трупов на всю жизнь насмотрелся. С виду обычная поликлиника. Кто ж знал, что тут такое? А то, что это территория секретного комплекса, тебя не смутило? Зеленый ты еще в охрану идти. Хоть бы и больнички. Ты пойми, мы ж не мясники эти, ученые. Чтобы людей убивать. Мы просто следим, чтобы никто от них не сбежал. Все нормально. Захаров не умер, товарищ! Захаров жив! Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент я из АПО. Неважно, Захаров жив! Какой Захаров? Ближайший соратник Дмитрия Сергеевича. Гений, может, даже посильнее самого Сеченова. Считалось, что Захаров погиб несколько лет назад из-за инцидента, но нет.
Я изучил все документы, и везде, в самых прогрессивных исследованиях, я следы его работы, его почерк, если хотите. Я лично с ним работал, знал его манеру досконально. Едкие замечания, радикальные методы, всю его безапелляционность. Он точно жив, но остается вопрос. Если он жив и до сих пор работает, то зачем кто-то это скрывает? Конспирология и догадки. Сейчас вообще не поймешь, кто жив, а кто нет. Начинается примерно через 7-10 минут после смерти. До ледификации 3-5 минут. 5-6 часов трупное окоченение. Затем, так, полное разложение около 5 лет. Что ты делаешь? Считаю. Надо все просчитать тщательно. Во всем нужен точный расчет. Детальное наблюдение. Залог успеха. Я ученый. Я должен каждую минуту тратить на изучение окружающей действительности. Многих вы знаете, товарищ, кто способен зафиксировать процесс разложения собственного тела. А смысл? Ты же ведь даже записать это не сможешь. Что? Твою мать. Точно. Так, вы мне поможете. Прошу вас находиться рядом со мной на весь период разложения. Вести запись. Вы справитесь, это недолго. В текущих условиях примерно 535-650 дней с погрешностью. Хорошо, только за блокнотом схожу. Фу, из-за вас я сбился. Так, заново. Раз. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 3826, относящихся к биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ майор. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть тут выводят животных для Марса? В том числе. Помимо выведения новых видов животных, пригодных для существования в марсианских условиях, советская наука ищет способы повысить человеческие способности к выживанию. Жабры, что ли, отрастить? Чтобы в газовом океане плавать? Газовые океаны на Юпитере. На Марсе запредельно низкие температуры и ужасающие по своим скоростям ураганы. Но в целом вы правы.
резервы человеческого организма полностью не изучены. Здесь мы по мере сил восполняем эти пробелы. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения – это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества? А теперь их нет. Восхищаюсь вами, профессор. Ваши расчеты и решения так изящны и логичны. Ваши труды по микрической адаптации полимеров просто невероятный вклад в науку. Спасибо на добром слове. Правда, нельзя сказать, что это только моя заслуга. Но кто вы? Иван Быков, младший научный сотрудник комплекса «Павлов». Я работаю в картотеке. Вот под ваше управление. Я поклонник ваших работ. Что ж, ваше рвение похвально, хоть и несколько настораживает, буду откровенен. Полимеры – перспективная и быстро развивающаяся отрасль науки. Но тут ведь вот какое дело, на одном рвении результата не добиться. Давайте мы с вами встретимся, скажем, через месяц. Посмотрим, что можно сделать. А сейчас прошу меня извинить, наука не стоит. Месяц.
меня нет месяца. Вы еще обратите на меня свое внимание, профессор. Готов заключить пари. Я здесь. Я буду с тобой, во что бы то ни стало. Доступ разрешен. Майор, оружие или...
хранение данных. Доступ разрешен. Скажите, товарищ майор, с вашей точки зрения, как профессионала, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, запросто. Если роботов полно на всевозможных военных базах, в штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох, как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Райдич, мир только оправился от войны, но... Ёбаный бобок! Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ майор? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не станут? Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж, в какой-то мере вы правы. Робот-перчатка. А что? Нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции.
Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы. Желаемое действие. Авторизация. Собака.
Что за вонь от тебя? Хера! Даже машина не способна на такое зверство. Вот бедолага. Жалеется труп, майор. Это изуродованный труп женщины. Совсем недавно тебе тоже было жалко людей. Товарищ майор, человек мертв. Убедитесь, что в будущем мягкость к женщинам не выйдет вам боком. Нет, с тобой явно что-то не так, раз. Попрошу Сеченова тебя откалибровать. Thank you.
тяжелее, блин. Жалобу! Срочно я подаю жалобу! На что, любезный? На вашего Штокхаузена. Я был ранен, но мне еще можно было помочь. Я истекал кровью и просил о помощи. А этот ваш Штук, как его изволят иронично называть, просто прошел мимо. И еще попросил одну из этих роботов-балерин наступить мне на горло, чтобы я не шумел. Я умер! Вот же что, крыса, а? Именно! Именно, голубчик! Вы уж разберитесь, я вас прошу, обкашляйте этот вопросик на высшей инстанции. А то это просто позорище. Не за себя прошу, уже меня уже не жалко, но тут же дело в репутации целого предприятия. Он же заместитель нашего главного руководителя. Разберемся. Вас и не стало, профессор. Что же вы наделали? Я должен был получить от вас знания, а получил лишь презрение. Вся моя уверенность зависела от вас, и теперь... Ну ничего.
У меня еще остались патроны. Я пробью себе путь в науку. Зато я выкрал из вашего кабинета шкатулку с вашей любимой музыкой. Чтобы не забыть, я спрятал шкатулку в сейф. Только что с положительным паролем, а не с отрицательным. Чего я вообще смогу добиться, если до сих пор путаю сейфы? Собака. Положительный у собаки.
Раз. Это что, мать его, такое? Это морг? Да, это морг. Здесь хранятся тела погибших. Для дальнейшего изучения. В смысле погибших? Тела убитых роботами людей валяются там, где их убили. А эти-то откуда? Их же тут десятки. И большинство молодые. Это тела добровольцев, погибших в ходе опасных экспериментов на людях. Охренеть. Нет, ну я в курсе, что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких там мышах или свиньях. И для них требуются живые люди. Но чтобы столько трупов, это же просто охренеть. К сожалению, в науке не все проходит гладко и красиво. Иногда добровольцы гибнут. Именно для того, чтобы их смерть не была напрасной, и существует этот подуровень. Причины каждой смерти тщательно изучаются, чтобы избежать их повторения впредь. Ни хрена себе иногда. Вы бы хоть использовали для этого, не знаю, осужденных смертников. Да и то. Подобная практика применяется. Но не все эксперименты могут быть выполнены на отбросах общества. Некоторые сверхважные и сверхсекретные разработки требуют участия исключительно полноценных в психическом плане личностей. Иначе все это может закончиться крайне трагично. Да куда трагичнее-то, Храс? Поверьте мне, товарищ майор, есть перспективы похуже. Иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Так, например, было найдено средство против коричневой чумы. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Сохранение данных. Майор, оружие. Thank you.
Mm-hmm.